Старт отопительного сезона уже не за горами. На объектах ЖКХ городского округа проводят заключительные работы перед началом зимы. Чтобы узнать о готовности Люберецкого водоканала к предстоящим холодам, наша съемочная группа посетила водозаборный узел в северной части города. Водозаборный узел на улице Камова построен в 1935 году. В зону обслуживания объекта ЖКХ попадают улицы 8 марта, Щевлякова, Урицкого, Льва Толстого, Гоголя и Коммунистическая. Производительность ВЗУ – 4000 кубометров воды в сутки. Этого достаточно, чтобы обеспечивать главным жизненным источником 40 многоквартирных домов, в которых проживает около 12 тысяч человек. Сейчас рядышком строится новый микрорайон. Мы провели ряд мероприятий, таких организационных, в том числе и соглашение с Мосводоканалом. Завели сюда, в том числе, Московскую воду. И данное ВЗУ мы повысили, что касается возможности подачи объема воды до 18 тысяч кубов в сутки. В 2017 году этот водозаборный узел прошел масштабную реконструкцию. Здесь полностью заменили инженерные сети, отремонтировали резервуары чистой воды, а также обновили насосное оборудование. Сейчас для штатной работы ВЗУ в зимнее время достаточно было провести плановые работы. В рамках подготовки к зиме здесь была проведена промывка резервуаров чистой воды, опрессовка системы отопления и промывка трубопроводов. Для того, чтобы стабильно пройти зиму 2020-2021 года, это просто необходимо. Чтобы у нас не было аварийных ситуаций никаких, чтобы у жителей всегда была вода, и в котельных тоже давление было стабильное. Всего в городском округе Люберцы 30 водозаборных узлов. На сегодняшний день их готовность к зимнему периоду составляет 83%. Профилактические работы на всех объектах завершатся до начала отопительного сезона. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.